Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Глава четвертая. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся-то величиной с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существует еще сотни других, которым даже имен не дали. И среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьезные основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз в 1909 году одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил. А все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые. К счастью для репутации астероида B612, правитель Турции велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, и все с ним согласились. Я вам рассказал так подробно об астероиде B612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек.
Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за 100 000 франков». И тогда они восклицают: «Какая красота!» Точно так же, если им сказать: «Вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный. Он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот уж, конечно, существует». И если сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если им сказать: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид B612, это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым». Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть больше его самого. И ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду. Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга.
и нелегко мне о нем говорить. Вот уже 6 лет, как мой друг вместе с барашком меня покинул. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг, и я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Еще и потому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование. Если за всю свою жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в 6 лет. Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже. На одном рисунке принц у меня чересчур большой, а на другом чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так, и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях, но вы уж не в защите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он, но я, к сожалению, не умею видеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых? Наверное, я старею.